Ну, скажи, как долетел? В этот раз намного лучше. Хорошо, поэтому да? Сразу с корабля на бал на тренировку. Слушай, ну ты в самые короткие шорты у тебя были среди всей команды. Не погорячился, нет? А, если честно, да, так потом уже посмотрел, что все в штанах или в бриджах. Видимо, еще это, да. Не понял, куда попал. Ну как это, вот, значит, самолет? Ну если честно, нет, мы же все-таки не в стоячем режиме работаем, а двигаемся, и поэтому было, на тренировке было нормально. После тренировки, конечно же, да, да, сразу же в тепло. Каково это, самолет, тут же сразу тренировка, мало времени, адаптация? Ну понятное дело, не прям такие стопроцентная такая готовность, но нормально вообще. То есть сегодня тем более была не такая прям интенсивная тренировка, то есть как бы более вспоминали, что нарабатывали, что вообще как, должны делать, какие функции. Поэтому было, размялись, так можно сказать, и пришли в тонус нормально. Успевал следить за новостями из тонус сборной, в частности, что Саша в войну травму получил? Вот, только понял, что когда где-то выложили в СМИ, выставили, что опять какое-то повреждение, поэтому очень расстроился и здоровье. Сейчас такой период, если честно, у нас тоже много в команде травмированных, поэтому всем быть по возможности поспокойнее как-то. В первой игре ты не сыграешь из-за перебора карточек, второй, надеемся, уже готов полностью. Как у тебя физическая форма сейчас? Да вы знаете, чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл уже какое-то количество игр, поэтому не знаю. Но в целом на тренировках и по ощущению чувствую себя супер. Настрой, смотрю, хороший. Настроен отлично, да. Надо брать свои очки, побеждать, забирать и ну, делать свое дело, да. Последний вопрос. Виталий, шапку надевал последний месяц. Сейчас там вот сейчас там почти идеальная погода, не так жарко, иногда дожди идут, поэтому вообще супер. Так что там, мне кажется, не знаю, не закупаю, наверное, даже. У нас вот осень красивая же все равно. Красиво, красиво, и, если честно, для тренировок погода мне очень такая нравится, то есть свежо, хорошо, поля супер, поэтому все отлично. Жаловаться не на что. Супер. Поймали тебя тормашками.